об игре в ласточку. Она сродни популярной в России в начале 2000-х игре, которая называется «Фокс». Зарождение ласточки относится ко временам правления династии Хань на рубеже нашей эры. А вот популярность эта игра получила при династии Тан, то есть 7 века. В одной из книг того времени есть легенда об этой игре. Один странствующий шаолинский монах прибыл в город Луя. Во время прогулки по улицам города он заприметил 12-летнего мальчишку. Тот подбрасывал одной ногой валан по 500 раз на каждую ногу и ни разу не уронил его на землю. Мальчишка зарабатывал этим аттракционом, развлекая уличных зевак. Монах был поражен такими способностями и пригласил мальчика на обучение в шаолин. С тех пор игра и приобрела небывалую популярность. Считалось, что благодаря мастерству ног можно было попасть в ученики шаолина. Со временем появилось несколько разновидностей игры. В одного, пара на пару, 4 на 4, ну и другие. Цель игры оставалась неизменно прежней – не уронить валан дольше всех. Игра в ласточку достигла своего расцвета при династии Цин, то есть 17 века. Можно сказать, что в ласточку играли во всех уголках Китая. Игра не имеет ограничений в возрасте.